Всем привет, дорогие друзья, с вами Слава Князь. И вот свершилось то, чего я давно хотел. То, чего я давно так ждал, хотел. И, в общем, дорогие друзья, вышло новогоднее обновление Was Crash Test Simulator. И, повторюсь, снова приветствую всех. И сегодня мы поиграем на новой новогодней зимней карте. В Was Crash Test Simulator мы сразу видим, что вот здесь атмосфера такого праздника. Что здесь вот бутылки, манекен и новогодняя елка. Итак, давайте запустим нашу карту. Она называется Дружбинск. Так, друзья, вот мы спавнимся на карте, на заднем дворе. Давайте сразу я поставлю манекенов. Рассажу, и мы сейчас двигаемся, посмотрим на эту карту. Смотрим, кто не двигается. Так, выезжаем. Вот здесь такая, все, снег лежит, новогодняя атмосфера. Здесь, в этой карте довольно, эта карта довольно прикольная. Здесь многое, что я прям хотел видеть. Тут вообще прям город с остановками. Тут очень много всего есть. На этой карте. Ой, занесло дрис немного. Вот там какой-то торговый центр, магазинчик. Сейчас съездим туда, посмотрим. Так, светофор не горит. Красный не горит, заезжаем. Так, вот здесь вот какое-то заведение. Не знаю, что за здание такое. Почта. Все карты напоминают какой-то Гаррис мод, что ли. Тоже здание какое-то там. И вот, другой центр, техника. И здесь, ну здесь парковка. Эта карта вообще, кстати, во многом просто все самое лучшее от других карт несет в себе. Типа тут она довольно большая, здесь большие дороги, остановки есть, город. Всякие разные вот и даже вот монумент, не знаю, какой-то, ну, не Пожарский, но да, где рядом гору. Кому легко? 10, на кому сейчас легко? Понятно было. Так вот, ну здесь тоже какое-то деревенское здание, что ли. Да, странно. Город тут деревянные дома. Ну, это какой-то, я не знаю, городок в Сибири, да. Так, и знаете, друзья, я хочу вот отъехать вот куда-нибудь вот сюда вот, и посмотреть кое-что. Не знаю, конечно, добавили ли этот предмет. Ну, сейчас посмотрим. Так, объекты добавили ли елку? Блин, нет, елку не добавили. Стена. Нет, блин, к сожалению, елочку не добавили. Ладно, я думаю, хотел елку не добавить. Кольцо какое-то там лежало. Здания такие вот. В принципе, все здесь замечательно сделано, выполнено. Очень хорошая карта. Это маленькая школа какая-нибудь. Я не знаю, мы, по-моему, уже все проехали, вот только вот сюда не заехали. А, это стройка у нас. Это церковь, дома. Все здание. Ну, мы там уже были, мы там смотрели уже.
Ну, давайте сюда поменяем. Ну, там-то мы тоже ездили уже везде. Ой, тут конец дороги, ну ладно. Кстати, я забыла, что дорога такая, сцепление со льдом, ну такая, что сейчас такое, что ты по льду едешь. Я сейчас хочу попробовать. Да, вот я хоть прислушался, звук снега вот этот слышится, сугробы. Ну-ка, давайте попробуем. Большая скорость развита, вот 100. И как сцепление с дорогой будет? Потому что в реальной жизни, конечно, вот так вот, ну, вот по такой дороге нужно там, ну, 50 ехать, а тут мы 100 едем. Сколько вот это Нива разгонится? А, в принципе, нет, она как бы обычная. Так, давайте заедем, заправимся и поедем дальше. И давайте вот сюда, вот на завод съездим. Я уже за это завод. Ну, понятно было, что написано. Залетаем сюда. Завод, что ли, предприятие. Или вот это вообще на школу похоже. Капчики какие-то или остановки. Может, здесь остановку делать? Давайте припаркуемся вот так вот не самым лучшим способом. И посмотрим, что здесь вот. Типа вот мы заходим. Лестница, лестница на второй этаж присутствует. А здесь у нас, вот, что-то тоже разрабатывают такие, такое интересное. А вот здесь вот ничего нет, просто текстура. Ну, в общем, ничего такого интересного нет. Особенно на заводе. Я хотел бы что-нибудь еще посмотреть. Ой, ну что, честно. Смотрите, что с фарой стало вообще. Итак, давайте проедемся, посмотрим, что там впереди есть. Да, ну-ка попробуем связь с дорогой. А нет, все так же. Тихо-тихо! Блин. А, ну, вот ничего не почувствовали даже. Ломки остались. Автобус на остановке. Здесь было прикольно. На карте вроде бы, что у нас там Вячеславка. Посмотрим, что здесь. Так, у них у нас деревня, здание здесь нет. Так, здесь давайте зайдем. А, это снова кто-то был с таким. Интересно. Это речка -то. Ну как, на каток, что ли, или... Или я там... Здесь
ездил. Или летом здесь какие-то там лодки плавают или рыбачат. Но давайте попробуем на лед выйти и подрифтить. Да, что-то не получилось. О, а там домик какой-то есть. Амбарчик или домик. Так, ну здесь ничего такого интересного. Давайте снова увидим, Олег. Так. Собственно. Ну, давайте поедем дальше. А, вот мы снова бежим в этот же город, да? Или это уже другое, какое-то другое отправление. А, нет, мы не знаем. Мы снова начали города. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если вам как-то будет на... Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, с вами был 5. Всем пока.